Центральная площадь Паланы на Камчатке будет выглядеть по-другому. Территорию реконструируют. Работы по благоустройству планируют провести в течение 2 лет. Проект, который стоит более 30 миллионов рублей, мы полностью благоустроим центр Паланы и сделаем его с этническими орнаментами. Будет максимально показывать и подчеркивать, что это центр Корякского округа. Я надеюсь, что там, за 2 года мы этот проект реализуем. Уже в ближайшее время аукцион будет проведен и работы будут выполнены. Напомним, постановлением краевого правительства реализуют госпрограмму «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом Корякский округ», цель которой – улучшение качества и уровня жизни посредством повышения транспортной доступности, развития минерально-сырьевого комплекса, улучшения качества жилья и повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, развития здравоохранения, образования, культуры и искусства и другими задачами.